Слава Богу! Слава Богу! Був час, що я думав, що я не молодший з вами. Ну, є ще один брат молодший за мене. Це брат Саша Кумінський, якому теж приходилося приносити свій час проводити за колючим дротом. І знаєте, я собі сьогодні згадую, раз у нас було таке у бараку, там, де ми жили, на другому поверсі вікно, і отак було вийти туди, в суботу, в неділю, і стати і дивитись просто. І ви знаєте, що там було за тим вікном? Свобода. Це одно слово, яке нас манило від там з тої сторони. Свобода. Коли ми прочитали Євангелію, Христос сказав про себе, він дав собі для себе один такий титул. Каже, я був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Знаєте, от якщо ви перечитаєте Біблію, хоч сюди, хоч туди, хоч руську, хоч англійську, хоч молдавську, хоч армянську, хоч турецьку, хоч китайську, ніде не написано, що Христос був солдатом. Ні. Чи є? Нема. А от що він був в'язником є? Знаєте, от мене часом болить. Ви знаєте, був час, коли наші браття, я вже молодші, старші браття, яких чим раз менше стає між нами, чим раз менше стає між нами, вони йшли, відказувалися від того, щоб бути готові, спосібно вбивати людей. Потихеньку це відійшло. Десь воно звідки взялося, ну, в общем, наші браття пішли служити в армію без присяги. Пройшло ще трошки время. Я пам'ятаю колись в Кременчугу, брат Толік зараз є свідком, як пастор з кафедри виявив такі, сказав такі слова, що якщо ви підете в армію і не приймаєте присягу, то ми вас понаказуємо. Олександр Горович, це є річ, у своїм духам. Ви знаєте, але це ще не все. Діло в тому, що прийшов час, він вже достиг нас, що наші діти йдуть зараз добровільно в армію. І задається питання. Якщо ти, віруючий християнин, уб'єш невіруючого чоловіка, куди ти чоловік попаде? Ладно, бачите. І виходить, що волі і неволі, і починаємо служити кому? Я пам'ятаю, розказую таке коротке свідчення про себе. Тому що час дуже близький, дуже короткий, він проходить, знаєте, так. Дуже бито, що колись не замічають, просто деякі є признаки. Знаєте, колись я був молодим. Мені було 20 років. Зараз я ношу в кармані руки. Знаєте, що це? Старість. Це є старість. Це прикладаєш то, що Бог скаже, ходи до мене вже. Колись брат, сьогодні брат нагадував, що в Ютиці, коли було перше, було 36 чоловіків. Сьогодні їх є тут набагато менше. Може, хтось не міг прийти, але я знаю, що є такі, що вони вже сюди не прийдуть. Вони вже сюди не прийдуть, вони вже з нами тут не будуть. Ми будемо з ними там, але вони тут з нами вже не будуть. Колись мене арештували,
І я мав тоді вже астму. І може хтось знає, хтось не знає, за кожною зоною, тюрмою в області були закріплені зони. Тобто лагеря, в яких жили заключені, які були арештовані в тій чи самій області. І ці тюрми постачали їм робочу силу. Тому що зона це був як производство, яке вироблялось десь якусь продукцію. І їм потрібно були робочі, там не можна було бути таке. Наприклад, як я був у Полтаві в тюрмі в цьому, то наша тюрма працювала для полтавського заводу тих стиральних машин, що робили. І там повинні були бути люди, які робили статтера постійно. Там не можна було, що так, ага, сьогодні немає, перестаємо робити, бо люди стали хороші. І нема кого тюрму садити. Там потрібні були люди, там не розбирали, чи потрібні, чи не потрібні. І от наша франківська тюрма була закріплена за шостою зоною в Херсоні. Там відбував брат Зенек, набор, по-моєму, заключення. І це була зона, яка рубала камиш і плела з них мати. І от я попав, так попалось мені, що я йду на етап туди, на ту зону. Все вже. Там було 3-4 зони закріплені, і от нас вже відправили. І я думаю, от як я буду там. Все ж таки, це все хорошо, ну але я ж больний. Коли нас привезли в Одесу, нас не відпускають. Ми по сьогодні прийшли на пересильну тюрму, ми там повинні були 2-3 дня, то не відправляють. Другий день, третій день, четвертий день. Сидимо, вже продукти кінчились, живемо тільки те, що ми мали там з собою ще з тюрми якийсь там сахар та якийсь кусок сала, вже цього немає. Грошей немає, от ті баланді, як називали нас, перебиваємося, живемо. І от приїжджає другий етап вже, який повинен туди, на цю зону, і нас через 3 дні грузять вагони і везуть битком вагони набиті, везуть в Полтаву. Коли ми приїхали в Полтаву, то було холодно, мороз. Ще я пам'ятаю цей, як це називає, Воронки, там якась аварія була на дорозі, Воронки не прийшли. Нас вивели з етапом, мороз, їх сказали сідати на цей. Прямо на сніг, там немає, солдати з автоматами, з собаками, сідайте на сніг, і все, ми посідали, хто я, мав такий, що щось трошки був невеличкий мішок, сів на нього і сидимо, чекаємо. Чекали ми десь годину, приїхали, привезли нас туди, в Полтаву, в 16-ту зону, і вже по тому ми узнали вже через ту заходську пошту, що в той час, коли ми приїхали в Одесу на пересильну тюрму, зеки запалили 6-ту зону. І зона згоріла. Нас не було куди присирати. І от дивишся, що, Боже, ти і в такій ситуації бачиш все наперед. І ви знаєте, якби я не попав у Полтавську область, був би я не зустрівся з Толіком. І розкажу вам такий случай, що ви знаєте, самому я сам не повірив. Знаєте, як є написано в Євангелії, в Дії святих апостолів, що коли Петра арештували, то церква молилась, так чи ні? Прилежно молилась, так чи ні? І приходить служанка і каже, Петро в двері. А вони що їй сказали? Все нормально. Ну нормально. Ну вони ж молились, так чи ні? Молилися. А коли сказали, що Петро Бог почув їхню молитву, вони не могли. Був такий час, хто пам'ятає, може, в Україні ходили такі зборники пісні юності. І от у Толіка в хаті ми початили ці зборники. Це був хат, де я, пан брат Толік, є живий свідок того. Його жінка була тоді вагітна. Я тільки освободився на свободу з того. Тільки освободився. Ще, певно, може, місяць пройшов. Я ще жив в Кременчугу тоді в них, в хаті, і ми сиділи, початили ці зборники. Приходить Толікового брата жінка
стукає в двері і каже, що у баби Тані обиск. В одному дворі обиск проводять. Ну і йшли по нас. Я кажу, знаєш що, Надя? Я сідаю, роблю, я тільки вийшов. Мені все одно. Я тільки вийшов з Ніколаї двора. Ти не відкривай, я забираю все на себе. І Надя пішла відкривати. Я сів, все взяв ти бумагу, ти угольник. Відкриваються двері, виходить Надя. Каже, Богдан, вони пішли. Кажу, як пішли? Ну пішли, ну то як пішли, ну то пішли. Стали на коліна, помолилися, ще ми тоді до того вечора закінчили роботу, і я забрав вже деяку літературу і їхав до себе додому. Ви знаєте, такий нас Бог великий. Але він хоче, знаєте що? Він хоче, щоб ми довірились йому і віддалися своє життя для нього. Я пам'ятаю, коли я попав туди, в полтавську тюрму, тюрма була перенасичена, я так спала на підлозі. І рано я проснувся, і мої кішоля коло мене спали. Каже, слухай, святий, ти щось мені цілу ніж по-англійськи говорив. Знаєте, вони не розуміли. Але я знав, що Дух Святий мене хоронив там. Алілуя, слава Богу. І він привів мене сьогодні сюди. Алілуя. І ви знаєте, я не знаю, чи будуть гоніння тут, в Америці, для нас, для наших дітей. Але ви знаєте, я просто сумніваюся сам, кому зараз трудніше, чи нам тоді було, чи їм зараз. Зрозумієте, браті і сестри, що, деколи кажуть, що погані условия життя дуже трудно витерпіти. Хороші условия майже неможливо. Ви знаєте? І тому апостол Петро пише, щоб іспитана віра ваша оказалася, що цінніше золота монета. Нехай Бог вас всіх благословить. Знаєте, колись я пам'ятаю мій діда, який був у сухобезгодді, розказував про те, як буденне життя, як він був там заключений. Ми теж розказуємо, просто ми так жили. Знаєте, і зараз, коли подивишся назад, знаєте, що неможливо було тут прийти, але ми прийшли. І ви багато, навіть ті, хто були не в заключенні, ви знаєте, що були такі час, що дали, що вже все неможливо. Але можливо, тому що все я можу, укріпляючи мене Ісусі. Амінь. У нас є ще і сестри. Це наша сестра Надежда Кушніренко. Эта семья перенесла очень-очень трудные времена и гонения. Вот среди нас сегодня нет брата Саши, ее мужа. В прошлый раз он был вместе с нами. Были многие другие братья. Среди нас нет брата из Лука Петра, который, я думаю, если бы был в этом служении совершенно по-другому шло бы. Вот другие братья, которые, я так сидел и подумал, вот не так давно время прошло, Поплавский Алекс отошел в вечность, брат Сафония, помните, братья, такого брата, Высоцкий Анатолий, Яков Зубенко, и Звук Петр, Стрижеус, это братья, которые были с нами вместе не так давно, на них сегодня вечности. Поэтому мы просим также нашу сестру Надю, пожалуйста, поделитесь свидетельством за вашу жизнь, за вашу семью. До сего места помог и сохранил нас Господь. Это слава Ему. Я коротко скажу, братья, если что-нибудь скажите мне, я прекращу, если я не могу. В 1962 году моего мужа Александра осудили. Мы жили в Львовской области, суд был в городе Ковле. Когда суд прошел двое суток, прочитали приговор, я его не поняла на украинском языке. Я решила, что я пойду
до судьи и спрошу, чтоб он мне сказал точно, сколько дали моему мужу. Я зашла до судьи, я говорю: товарищ судья, скажите, пожалуйста, сколько вы дали моему мужу? Он говорит: 5 лет тюрьмы, 5 лет ссылки и конфискации имущества. Я разворачиваюсь, говорю: спасибо, идти как бы на выход. А судья мне говорит: женщина, минуточку. Я разворачиваюсь, и он говорит мне: вы хотите, чтобы ваш муж пошел с вами домой? Я говорю: безусловно, бы хотел, у нас ведь дети. Он говорит: мы сейчас его вызовем. Он подпишет нам, говорит, бумагу, что нет Бога и не будет проповедовать, и вы поедете вместе домой на Львовщину. Я говорю: нет, товарищ судья, он этого не сделает, и я этого не хочу. Каким мой муж ушел от меня с дому христианином, я хочу, чтобы он снова вернулся ко мне и к моим детям христианином. Судья говорит: неразумная вы женщина. Приехавши домой на Львовщину, день за днем проходит, у меня 4 деток, и пришло такое время, что Бог хочет еще меня больше испытать. Для моих детей не оказалось ни крошки хлеба, ни грамма крупы. Полностью нет ничего, кроме воды. Детка: мамочка, мы хотим кушать. Я говорю: детки милые, у меня нет ничего для вас. Давайте помолимся и ложитесь спать. Помолились, я уложила их спать. Сама говорю: Господи, ты видишь нужду мою, а также детей моих. Выйди навстречу и дай мне то, что необходимо для моей семьи. И так я, уснувши, утром в 6 часов утра, думаю, на работу мне не надо идти, я отдыхаю. Было воскресенье, кто-то стучит ко мне. Я вышла, открываю дверь, смотрю, стоит старец. Небольшого роста, в льняной одежде такой. Только спросил меня: семья такая здесь живет? Я говорю: да. Он ничего мне не сказал, завтра мгновенно идет на кухню. Пришедший на кухню, он мне ставит на стол 5 кг муки и 3 кг сала. Я только открыла уста, чтобы спросить: брат, откуда вы будете? Его не стало. О, Бог святой! Слава тебе! Когда я возвратилась в комнату, где спали дети, я их обужу, говорю: детки, вставайте, у вас есть теперь уже еда, Бог вам послал. Приготовила, я взяла муки этой, воды, размешала. Старшие люди знают, что это такое. Сделала так, как кулеш какой-то. Детки поели, я говорю: будем молиться. Помолились, и я долгое время жила этой мукой, что мне кто принес, я не знаю, но факт, что она была у меня, и то сало. Слава. Хорошо служить Господу, когда живешь в достатках. Год, целый год мою квартиру абсолютно никто из верующих не посещал. И я сказала: благодарю тебя, Господи, что я знаю, что такое жить в горе, в нужде, в голоде и в холоде. И так проходит время. Просидел мой муж 5 лет, и уже когда надо было идти на ссылку, разрешение с Москвы не пришло. Я приехала в тюрьму к нему. Ждут с самого утра до позднего вечера. Спрашиваю начальство, я говорю: выйдет такой-то на волю или нет? Один отвечает, что его отвезут в Сибирь. Другой говорит: я не знаю.
И так дождавшись вечера, думаю, я никуда не иду, я буду видеть, как будет воронок вывозить его. И тут смотрю, открываются ворота, выходит он. Ему дали о невыезде по месту жительства отбывать срок. И чтобы своего города он, на Львовской области, чтобы он абсолютно никуда не выезжал. Приехавши домой, он приходит воскресенье, другое, он собирается, то едет на Волынь, на проповедь, то в Белоруссию. Думаю, Господи, Боже мой, он уезжает, я на колени. Господи, сохрани его там, вложи слова жизни в уста его, чтоб он мог сказать слово Твое с дерзновением. Господи, все пусть будет по воле Твоей. Этих 5 лет ссылки, которые он бывал по месту жительства, для меня было намного труднее, нежели как он сидел в тюрьме. Детки подрастают, он устроился на работу, работает, и уже у меня 11 деток. Его едет он в командировку, я остаюсь сама дома. И вдруг, смотрю, приезжает милиция, приходит 10 человек в мою квартиру. Показывают мне бумаги и говорят, в связи с тем, что ты не твои дети, которые ходят в школу, ни октябрята, ни пионеры, ни комсомольцы, мы тебя лишаем родительских прав. Материнское сердце, вы знаете, отцы, что это такое? Я, Господи, говорю, дай мне силы, дай мне мудрости, я одна. А их 10 человек, чтобы я могла сказать им слово, чтобы было все по воле Твоей. Я говорю, хорошо. Я мысленно молюсь, они стоят, ждут. Мои детки, как увидели, что пришли, значит, милиция, они быстро в другую комнату, они знали, что нужно делать. Они на колени, а я с ними. И вот, ну вот, все, можете прощаться со своими детьми, мы их забираем. Я говорю, хорошо, забирайте детей от меня. Мне не надо будет их обувать, кормить, на работу ходить. Я говорю, буду так жить, как живут ваши жены. Они так смотрят на меня, я говорю, что вы себе думаете? Я говорю, ничего, после совершеннолетия, после 18 лет, они все вернутся ко мне. Ибо они воспитаны были в христианском духе. И я верю, что Господь их всех ко мне приведет. Они между собой переглянулись и говорят, да мы ж там поставили, милиция стоит, воронок, чтоб мы думали, что вы на себе будете рвать волос, а вы вот так хладнокровно отвечаете. А я думаю, Господи, это Ты мне дал такие слова сказать им. Они говорят, нет, мы от вас теперь не будем забирать детей. Проверили, как я живу, есть ли порядок в доме. Характеристику они со школы взяли. Все нормально, только так хотели. Бог и там хотел, кажется, испытать меня. И так прошло время. Детки все со мною выросли, служат Господу. Все они христиане. Я благодарю Господа, что Он мне дал силы. Не думайте, друзья, что я сама что-то делаю. Нет, если б не Господь, ни Его милость, ни Его любовь, я не знаю, что бы было со мною и с моими детьми. И на сегодняшний день я все со мной. Я благодарна Господу за них, за все, что Он послал в жизни моей. И хочу на дальше, до последних моих сил, до последних моих вздохов, чтобы Господь вел меня, сохранял и довел до той отчизны, которую Он приготовит для верных своих. Пусть вас Господь всех благословит, и чтобы мы все встретились у нас Господа Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, перед такой псалом, кто сказал, побеждать легко? Нелегко, правда? Давайте, братья и сестры, мы встанем на ноги, поблагодарим нашего Господа вот за таких матерей, за таких жен, которые стояли во время такое трудное и доказали, что они любят Господа. И пусть этот пример останется для нас,
Так нашему поколению слава Господу, помолимся. Слава Господу! Аллилуйя, Иисус! Yeah.
Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Слава Господу! Какой я рад сегодня, что я вас всех увидел. Сколько вас будет? Всех? 15 узников здесь. Я ни одного узника не встретил за свой срок. Как тяжело было страдать, переносить одиночество. Ничего, но ругань и хамство, и больше ничего не было за эти годы, братья и сестры. Я не хочу хвалиться. Я это никому никогда не говорил. Но как уже такое место сегодня создали для того, чтобы все узники говорили, то я хочу сказать вам про узника. Я не хочу себя славить, себя хвалить. Хочу сказать про узника Павла. Зачитаю его пару стихов. От Иудею 5 раз дару мне было, по 40 ударов без него, без одного. Это по 39 ударов принимать. Кто принимал удары, братья и сестры? Я думаю, что вы понимаете, что такое удар. И как получается синяк после удара. А я получал 5 раз. 3 раза меня били палками. Однажды камнями вбивали. 3 раза я терпел корабль крушения. Ночь и день пробил в глубине морской. Я 5 суток был в глубине ночной. В глубине моря в пароходе 5 суток меня везли на Колыму Совгавень. До микрофона ближче ставьте. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. День я уж прибыл в глубине морской. Много раз был в путешествии. В опасности на реках, в опасности от разбойников, в опасности от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, братья и сестры. Это подвиги апостола Павла, якими я хочу похвалиться, и могу похвалиться, и вы все похвалитесь этими подвигами апостола Павла. Хочу сказать вам, я сам родом 28-го года, родился в Винницкой области, Литинский район, село Яскрити, кто может быть знает его. Был в СИЗО, пришел домой, отпустили меня, призвали меня в армию. Я был год в армии. Ровно год. Я не работал в воскресенье, я не работал на Пасху, я не работал на Рождество, потому что мы воспитаны в такой церкви были, что нельзя работать в воскресенье и на Пасху, и на Рождество Иисуса Христа. За это я получал по 15 и по 10 суток ареста, строгий обах, где только давали 1 раз арабскую пищу в сутки. Это было тяжело, это задание было такое, всего 19 лет. И после того завезли меня в Горькую область, Станислава, я там был год, завезли меня в Горки. Часть переехала туда, и цей командир, который был там, его сняли, поставили русского. И этот русский командир никогда со мной не беседовал, но там была пачка моих дел сложенных. Он прочитал и вызвал меня, и отправили меня в Горки, в тюрьму. Когда меня везли в тюрьму, то сержант просил меня: «Відкажися, прийми присягу, і я вернусь, і не буду тебе судити». Я говорю: «Ні, я лучше піду в тюрьму, я не хочу в цю часть вертатися». І пробув я там, судили мене в заключенні, коли вже пройшов суд, прокурор був, замісник був, там 5 чоловік, тройка судила. Вони мене спросили: «Що ви просите в судах?» Я їм відповів: «Нічого не прошу в судах, тільки хочу вам сказати. А що ви хочете сказати?» «Хочу сказати, що я хочу Богу служити, до останньої каплі моєї крові. Ну йди, служи, ми тебе судимо, іди, садись». Я сів, жду, пройшло полчаса времени, виходять, зачитують мені 5 років.
срок 5 лет. Ну, я такий радий став, що 5, бо я думав, що буде 10, 15, так вони взяли, так говорили. І з тюрми мене кидають у лагер. Лагер 450 чоловік. І ще ведуть такі розговори. Брат, котрий брат говорив за зачоти. Каже, тут зачотів ніколи не буде. Зачоти тільки на щеблі можуть бути, а тут зачотів не дають. Я почав просити там начальника свого, що кажу, відправ мене на етап. Кажу, я так хочу на етап, я хочу додому раніше. Ну, молодий, що ти, 19 років, кажу, що? Він говорить, хорошо, я зроблю, я тебе помогу. В этом я тебе помогу. Он мені помог. І коли мене відправили на пересильний пункт, так я побачив там тільки одну молодь, виключно. Я так посмотрів, я ж завжди до стариків прийняв, бесідую собі, так мені хорошо з стариками. А це дивлюсь, ну одна молодь. Думаю, ма, куди ж я попав, що саме має бути? Нема, нема, забрали, завезли в вагонь. 23 сутки мене везли в Столипинському вагоні. У вагоні було 20 чоловік. Я типу в окошко смотрив, наблюдав, що робиться по світі, німножко видно було. І так посмотриш, то йде свободно, тобі так тяжело на душі. Ти сидиш у вагоні, їсти хочеш, не дають нічого, ніде нічого, ні води, нічого нема. 21 сутки. І привезли мене в Совгань. Там стільки лагерів було, це при Сталіної було, там стільки було лагерів, що як подивишся на гору, де худоба стоїть, то там стільки було лагерів. Страшно, пристрашно. Це була пересилка, дуже велика пересилка. Я там побув, воші кусають, клафи кусають, ночі клафи, днем воші. Так стоїть, скидає себе, щупаєш, щупаєш все время. Очень тяжело, і їсти хочеш. Молодий, що ж би 19 років, їсти хочеться, а їсти не дають. І відправляють, грузять пароход. Погрузили в пароход 800 чоловік в трум. Це саме нижній трум, железний. І всі заключені стали всі кричати, тому що нема місці вже. А вони стоять наверху і махають руками, що перестати. Ну, просто страшний суд, ви знаєте. 800 чоловік всі кричать, тільки я не кричав. А ті всі вищали. Вони махали, махали руками, спинили. Ну, стали, що ви хочете, що ви хочете. А вони говорять, нам треба 850 чоловік сюди. 800 є, 50 нема. А ті кричать, места нету. Нема места, ще буде место. Спускають такого собаку більшого, і цей собака цепає на кожного, розгонить. Люди розбіглись, хто під нари, хто куди, ну що, покусають. Не шутки вам. Давай 50 чоловік, міста хватить. Кидаю ще 50 чоловік і 5 суток голодних і холодних везли на Калину. Калина – це щось опасне і страшне. Звідти люди не вертались. Вертатись тільки стали тоді, коли помер Сталін. І коли мене туди привезли на цю Калину, там загнали в лагер, перевірка туди-сюди, все розібрались там туди. Вже починають командірувати і відправляти. Дають такі валенки, як дерево, дерев'яні. Стромиш, мову ти не чую, дерево стромив. 25 чоловік на машину, переоротка, печка, 50 градусів сніжний мороз. І машина везе. І їсти хочеш, і змерз, і ні води, і нічого. І спати сидиш, ідем вдруг на колінах, тому що свободи нема, бо 25 чоловік. В машині сидить. 5 суток везуть по Калині. 5 суток. Горе, сніга, холодіна, страшенно. Везуть, везуть, везуть. І привезли на один лагпункт. Кормить людей. Та їх там кормили. Кормили? Паняй далі. Везуть далі. Привозять знову. Кормить людей. Та там же їх кормили. А ніхто нічого не давав. Ну, привезли вже на якийсь, може, 5-й лагпункт. Остановилися. Ну, треба покормити людей. Ну, звісно, треба. Ну, так що? Дали кусочок замерзлої риби. Вся там мороз лишній, де ця риба там була в них, по кусочку риби дали кожному їх. Я знаю, ось брат був. Пройшов, брат? Рада пройшов? Слава Господу, браті і сьогодні! Я це так бегло і коротко говорю, я не по-другому, не вникаю всі подробності, понімаєте, за цю життя. І було дуже трудно і дуже тяжко. І я бачу, що звідси стоїть, коли мені хто не вертається додому. Я пишу письмо, біжіть там до батька, спитайтесь мого нашого батька, коли я відсюди додому веду.
повернуть. Людей позавозили по 18 років, їм вже по 65 років. І вони там живуть, в цих морозах. Пройшло 3 місяці, письмо йде. Приходить, письмо читаю. Прочитав. Ходили до батька, батько сказав, що ти прийдеш додому, по хребті не чистиво. Алілуя. Подумав, думав, ну як по хребті, думаю, війна буде десь, коли мене прийдете, думаю, що таке? Ну як ж не можна інакше поняти, як ж я додому доб'юся? Пройшло десь, певне, з півтора місяця, може більше, начальник каже до мене, поїдь, привезе дрову, дров нема, його палити. Я поїхав, приїжджаю з району, щось. Махають до мене, не газує, а то щіхали, можна заїхати, то виїхати. Махають, я став, що таке? Сталін помер. По хребті не чистив. По хребті не чистив, я тобі тільки ступ! Слава тебе, Господи! Слава тебе, що ти помер, такий мучитель був. Такий був мучитель, я думаю, що старіші всі його знають, як він здівався над людьми. Ну, вже каже, буде освобождення, буде, тут вивіска буде в районі, вишити, хто освобождається, хто не освобождається. Ну, там начальникова жінка була дуже хороша за мною знакома. Каже, ти освободишся. Я говорю, я не знаю, піду кого подивлюсь, яка доска висить. Прийшов до цієї доски, дивився, дивився, де ці гості моргають. Нема фамілії неї. Ну, ще раз треба подивитися. Подивися ще раз, нема. Приходимо, кажу, Олександра Гіровна, ми казали, що я освобождаюсь, нема. Вона мене за руками йде, приводить мене раз, два, передалась, каже, а ви до внизу. Третій внизу, я вже до внизу не дивлюся. Нема мене там, ми мене і кому нема. Слава тебе, Господи, Господь мене сохранив. І в 53-му году я приїжджаю додому, оженився, взяв круглу сироту. Бог нам дав 11 дітей. Слава Богу! 65 онуків, 26 правнуків, 9 дітей в Америці і 2 дочки в Вінниці. Слава Господу! Слава Господу! Благодарю! І вам благодарний, що ви мене пригласили. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Вас всіх на церкві! Дякую! Слава Богу! А Библику возьмите. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощь нам летом. Слава Господу. Как мы видели и слышали эти свидетельства. Также Господь и дал мне немножко пройти по тем стопам, по которым Господь определил. Потому что прежде чем родился человек, Господь уже его дал определение, как пройти для того, чтобы цель его спасти душу. Слава Богу. Слава. Если бы не он, я сейчас вам скажу. Если только не Господь, который помогал и выручал в жизни нашей, то давно бы прошли бы воды над душами нашими. Давно бы уже поглотили нас. Но скорый помощник вышел навстречу. Слава ему. И посему мы на всем месте. Я приехал из Атланты, штат Джорджия, где Дагласвилл, там есть, если вы знаете, Дагласвилл, где пастор, брат Николай, то есть брат Анатолий Никитенко. Да. И там я проживаю в данное время, а вообще родом из, родился в Таганрог, Ростовская область, если кто знает, и проживал в городе Батайске. И тоже так же, как многие, я думаю, что из находящих здесь подавали заявление где-то в 77-м году. Это когда я еще был мал. Родился я в 62-м, а родители, я еще в школу ходил, и подавали заявление тогда на выезд в Америку. Тоже по обстоятельствам, тоже так же и гонения, и притеснения, и штраф, и все это приходилось проходить. И поэтому были, тоже подавали также заявления, чтобы выехать. И как на детей и в школе, и везде, конечно, было гонение. Но все это оно способствовало нам служить Богу. Слава Ему. Давай. Слава Богу живому. Мы служим живому Богу. Вот к этому нас Господь призвал. И поэтому Господь так даровал и пройти нам путь.
И пришлось так же, в 81 году был арестован в связи с армией, в 83-м был освобожден. Также видел руку Божию, также видел, встречал, сколько раз Господь выходил навстречу. И уже оставалось короткое время, и я так вышел в зоне, во двор, в лагере это. И так говорю: Господи, ты знаешь, что это сейчас освободишься, через опять короткое время, опять призовут, опять пойдешь. Говорю: у тебя есть пути, если угодно твоей воли, ты знаешь, как провести, как вести. Я говорю: да будет имя твое благословенно. И так чувствуется, как от души, как от сердца, как побеседовал. И через только коротенькое время сразу вся зона поднимается на ноги, приезжает комиссия. Комиссия из всех обследовать, всех до одного. Обследует всех и признают двухсторонний туберкулез легких. И заканчивается срок. Ну, конечно, до этого времени вызывали, беседовали, как проводилась как бы работа. Но в связи с тем, что тверд в своих убеждениях и стоишь, ну, как бы стоял на том, что Господь даровал на сердце, то признавали, что это злостный нарушитель режима содержания колонии. И так пришлось до конца отбыть. И когда выпускали, конечно, то, говорит, взял этот прапорщик, который освобождал, говорит, что да, говорит, это тебе нелегкая статья. Говорит, в мирное время, то еще, говорит, ничего. Он говорит: в случае чего ты подлежишь уничтожению. В этом записано в паспорте. Ну, как молодой, то не так сильно оно и принимал к сердцу, и только уповал на Бога. Но Господь проводил очень разные путями. Но я хочу наперед сказать, что пришлось также, тоже прошло короткое время, опять эти все комиссии, все. Это очень большая история, очень много Господь проводил. Но я хотел бы сказать, что Бог есть наш Бог живой. Слава Ему. Слава Ему. И Он видит и слышит. Это в жизни мы испытали. И хотя вот было, что комиссия и все, двухсторонний туберкулез легких, все. Но когда уже, тоже я уже, когда перескакиваю все эти, и пришло время, когда выехать, тоже была очень такая обстановка тяжелая, и с документами, и со всем. Но я говорю: Господь, вот до сего часа вот так признавали все, и эту болезнь я не чувствую. Есть она, нет, но все комиссии все подтверждало, все пленки, все. Но, я говорю: Господь, ты силен, говорю, так же и, если таким путем ты провел, ты силен и убрать. Итак, призвал имя Господнее, и Господь снял и исцелил. Когда приехал сюда в Америку, здесь опять комиссия, опять все-все-все, и врач делает заключение, говорит, что ничего нет, нет даже и этих. Как это в России, какими медициной, чем такое лечили? Я говорю, что Господь есть наш врач-исцелитель, слава Ему, Он есть Бог живой, которому мы служим. И посему, конечно, хотя нам приходилось проходить это, тоже приходилось встречать, и одна, как бы, ростовская дея Екатерина строила тюрьмы, там метровые стены, проходить все это. Ну, как-то Господь удалял это страх, как-то боязнь, также и скопление людей такое, что падают один, второй, так набивают, тесно-тесно, что рубашки снимают, выкручивают, опять одевают, потому что и такими путями приходилось все это проходить. Но это так Господь дал нас, как бы учил, это как бы школа проходили мы. Потому что так, вспоминая на страдания нашего Господа, который также был осужден народом, сколько ему пришлось пострадать. С четверга на пятницу его арестовали, привели этот приговор, пятница, это страдание, эти истязания. Мы видим, что и дали заключение на смерть, но он пришел добровольно, он не сделал ничего.
Слава Ісусу Христу! Де Давид, 62-му псалмі, 4-му стихом, говорив, що «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». Слава Господу! Он дал нам жизнь. И милость, Он свою милость послал такую, что наша жизнь, она принадлежит Ему. И каким Господь путем не повел нас, как мы не прошли, слава она принадлежит Господу, слава Ему, потому что Он наше избавление. Конечно, хотя это все проходило, этот промежуток времени, в то время, конечно, церковь прилежно она молилась. И посему Господь давал нам силы устоять, пройти. Пусть имя Господне будет благословенно. Также и родители немало слез проливали за нас. Все это побуждал Дух Святой, нас очищал, приближал. Многими, конечно, скорбями нам приходится проходить, но это все во благо нам, слава Богу. Аллилуйя. Потому что Он знает, как нас провести, каким путем провести. Есть братья, которые, может, не проходили, других обстоятельствах переносили трудности, но все это во всем рука Божия, мы Его дети. Посему мы будем благодарны Ему, что Он дарует нам эту великую возможность Его прославлять имя, даровал нам жизнь. И дух, душа и тело наше, они принадлежат Ему, Богу Живому. Чудно, мы служим Богу Живому, который все может. Слава Ему. Слава. Если так мыслями, конечно, за короткое время не расскажешь всего много, но если так просмотришь свою жизнь, или каждый, кто прошел и уже до седины дошел, уже в старости глубокой, тот может посмотреть и увидеть, как Господь, сколько раз выходил навстречу, сколько раз протягивал руку свою. Пусть имя будет Бога благословенно и прославлено. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Братья святкують про ті всі найважливіші, може, моменти, які залишились, закарбувались в нашому житті. Ви знаєте, я міг би так само дуже багато сказати, і його всього не охватиш в один такий короткий час. Я тільки, якби віхово скажу декілька слів. Мене звати Василь Шилюк. Стаття була 187 Українського кодексу кримінального УК в СССР. 187, перша і третя частина. Перша частина клевета на той уряд, на общественний і государственний строй в російській мові. І третє – проведення нелегальних собраній, релігіозно запрещених собраній. Разом вся стаття, одна і друга, разом в совокупності 3 роки. То був період, це по 82-85 рік, період Андропова. В зоні я відбував на Черкащині, тут один брат є теж ще, який відбував в тій самій зоні. Зона була розрахована на 1200 чоловік, нас на той час було більше 3500. Можна тоді представити, якщо розраховано на 1200, в яких умовах можна було жити, а якщо там було нас 3500, я не говорю за те, що сьогодні вже тут говорили, не буду повторятись, за ті всі, кажуть в російській мові, насікомі, які там наповнювали ті будинки, ті приміщення і інше. Я хочу сказати трошки інший момент, коли перед тим, коли мене мали арештувати, здавалося мені, що я вже трошки відсидівши 15 суток, і вийшовши на свободу, мені казали, що я вже трошки маю полегшення. Я відвідав брата в Вінниці, я думаю, що брат знає, Гриша Токар, він теж з Ясківця, мій добрий друг. Ми гарно провели вечір до глибокої ночі, рано помолились, він встав з молитви, заплакав і каже, ми більше не побачимось. Каже, яка причина та? Каже, Бог звістив на молитві, що ти підеш в УЗИ.
І побачимось тільки після того, коли ти вернешся. З тою ціллю, що прийде час, і ти повинен будеш про це все сказати. Я після того відбув вдома рівно. Мене арештували. Більше ми не побачились, побачились через більше як 3 роки. І тому я сьогодні просто якби стверджую те все, що Бог сказав, що прийде час, і ти повинен будеш сказати. Я не маю часу достатньо, коли Бог ще далі говорив, таким же самим шляхом підтвердження ми зобов'язані це говорити для того покоління, яке виростає сьогодні в цій вільній країні, щоб вони могли пам'ятати шлях їхніх батьків. Я зачитаю один вірш перед закінченням. Я сказав, що я буду говорити до 10 хвилин, не більше, щоб скоротити час. Я читаю книгу «Повторення закону», 8 розділ і 2 вірш. «І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб покорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні». Я думаю, що кожного із нас провів Господь, і ми прийшли випробовані. Сьогодні повинні поділитися тим випробуванням, тим усім, що ми пережили, передати для наших поколінь. Брат Павловець говорив про те, що в книжці є дещо написано про нього. Я скорочую. Якщо ви бажаєте мати в своєму домі такі свідчення, я написав 4 книги «Грані житті і смерті». В них якраз іде те переживання, яке ми не в силі сьогодні сказати в 10-15 хвилинах. Але це є автобіографічні нариси багатьох наших братів і сестер, які пройшли через ті шляхи. Хай Господь благословить вас і мене, якщо ви бажаєте, можете в кінці звернутися, запитати. Дякую за все. Богові слава, хай буде повіки. Амінь. Слава Богу, брати, сестри. Слава Богу. Я не зазнав, знаєте, гонінь таких, але я знаю, що за мене молились ці брати, які сьогодні свідкують про живого Бога. І за мене молився Ісус Христос і за всіх нас. І я пізнав істину, істина мене освободила. Слава Богу! Я знаю, що прийде час, коли ми разом зустрінемося там на небі, де вічна, де радість. І там разом ми заспіваємо про славу нашого Ісуса. Третій, так. Три. Достойний її він прийняв.
пархою далі ми йдемо, надією є наша ціль. У вічну ми радість війдемо, забудем там горе та біль. Спаситель нас в небі чекає, бажає до себе нас взять. Хвала йому хай не змовкає, достойний її він прийняв. Нам цінна є Божа присутність, не знаємо свого Творця. Прекрасною буде майбутність, з ним будемо жити без кінця. Спаситель нас не відчекає, бажає до себе нас взять. Хвала йому хай не зумкає, достойний її чекає, бажає до себе нас взять. Хвала йому хай не змовкає, достойний її він прийняв. Спаситель нас в небі чекає, бажає до себе нас взять. Хвала йому хай не змовкає, достойний її він прийняв, достойний її він прийняв. Слава Ісусу. Диктувався суровий урок не по школьним, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он, гимны пел в майский день на просторе. Его диском чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской прекрасной душой в голубом безоблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастлив я так еще не был!» В океан детских дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум мотора вдруг врезался с разных сторон диссонансовым сумрачным клином. Он очнулся от дум, что за люди кругом, их кокарды на солнце блестели, от машин многоштатских бежал бегом. Значит, будет разгон, неужели? Он подумал, с отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо, на мгновение отцовский услышал он глас. Вслед за тем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось, словно эхо трагической пыли, показали безбожники всю свою злость, рвали волосы, руки крутили, затащили в машины, в автобусы всех, невзирая на вопли и стоны. Все святое они поднимали на смех, будто подвиг свершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал, в ней миг разбились мальчишкины грозы, скорбный взор христиан лишь его провожал. Это от церкви Христа были слезы. Он отца через несколько длинных минут разыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут, с ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста, так хотелось бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй,
Он с отцом рядом стал, с твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, к ней прижался как мог, крепко-крепко, что было силенок, и услышал: «Тобой я доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца и гонителей злобные лица. Мы за правду должны постоять до конца, за гонителей наших молиться». У мальчишки меж русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильнее и не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел на отца в дорогие глаза, все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра слеза, не из глаз, прямо сердце упало. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели его в спину толкая. «Не рыдай, мой орленок, крепись, что есть сил, христианская доля такая. Со Христом будь, мой сын, он сказал, вырастай и готовься к служению. Со Христом не останешься в жизни один, не сломать нас суровым гонением. Я хочу, чтобы ты проповедником стал, крест неся с христианской любовью. Людям грешным, несчастным о Христе расскажи, нас омывшим голговскою кровью. О, мой маленький вестник страдальца Христа, с детства тягость вкусивший гонений, поднимай к небесам, к Иисусу свой взор, и лишь в нем находи утешение. И так часто в тюрьме, на нарах лежа, отец смиренно изливал свои просьбы за сыночка, что остался так далеко пред Всевышним Отцом Милосердным. Услышь, Всевидящий, сейчас мое моление, в смирении пред тобою я стою, о первенце, любимом моем сыне, с молитвою тебя опять прошу. Быть может, в будущем его сознание смутится вдруг в отчаянной борьбе. Тебя молю, мой царь и мой спаситель, даруй ему твой мир и твой покой. Зажги в нем огонь твоей любви священной, чтоб яд неверия в душу не проник, чтоб славил он тебя, Творца Вселенной, хоть и придется пострадать ему. Чтоб христианскую любил свободу, и чтобы жизнь его была чиста, пусть проповедует Христа народу, доколе не закроются уста. Что ждет его? Невзгоды и лишения, но помоги быть верным до конца. Пусть в книге Библии находит утешение, чтоб не похитил кто его венца. Пусть не страшит его земная доля, в борьбе с грехом его ты не покинь. Во всем твоя, Господь, да будет воля. Хвала тебе за все. Аминь. Земля бесплодная, угрюмые просторы, безлюдный край, далекий Воркута. Вы приняли в железные оковы от юга изгнанных свидетелей Христа. Суровый край и северно проклятия от Божьих слуг тебе не услыхать, зимы твоей холодные объятия. Мы теплых слов вам будем вспоминать. О, дальний север, видишь, на бесплоди уже растут святые семена. И на твоем заброшенном угодье
лучших времена. Твоя суровая полярная стихия, и дунда мертвая, и буйная тайга, как вся страна огромная Россия, услышат весь свидетелей Христа, как вся страна огромная Россия, услышат весь свидетелей Христа. Бессилен ты тургою ледяною, в сердцах огонь Господень угаси, и всей колючей проволокой стальною не сможешь дух святых поработить, и всей колючей проволокой стальною не сможешь дух святых поработить. И ты придешь, и скажет Бог всесильный, довольно себе пленника отдай. Весна пришла, посевно стало дивный, сынов моих на труд вы провожай. Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы войны свободу обретут, великой силой духа обрекутся, и слово истины в народы понесут, великой силой духа обрекутся, и слово истины в народы понесут. Господу нашему, дорогие братья и сестры, что Господь позволил нам сегодня иметь такое собрание, такое общение, где так много свидетельствует, братья, о той жизни в прошлом, когда мы жили там, в своей стране. Да, конечно, это все, как бы мы видим, заслуга нашего Господа. Это Господь нас укреплял, Господь нас воспитывал, Господь нас растил такими. Мы доверялись Ему, как и все вы сегодня. Все мы доверяемся нашему Господу. И как Он нас поведет, так и будет. Потому что написано, кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не повелел быть. Чему Господь повелит быть, то и будет. Да, только мы, слыша вот то, что мы сейчас слышали, когда мы были молодыми людьми, нам это было легче. Вот, и так в книге пророка Иеремии, там, или в плаче Иеремии, там написано, благо человеку, который несет иго в юности своей, вот, подставляет ланиту бьющему его, да, и, ну, как бы, смирение говорит, вот, что может быть еще есть надежда. Вот, когда люди попадали в старости туда, в старом возрасте, за Слово Божие, за Библию, за то, что они проводили собрания, служения, ездили проповедовать, тем было труднее. Вот. А молодые люди легче это все переносили. Да, и мне вспомнилось, как Господь Иисус говорил своим ученикам, когда вы исполните все повеленное вам, говорите о себе, рабы мы ничего не стоящие, ибо мы сделали только то, что должны были сделать. Слава нашему Господу! Да, и Господь Иисус, Он нигде не учил, что вот помните всю свою жизнь, это зло, которое вам сделали на земле люди. Он этого не говорил. Он говорил, любите и ближних ваших, и врагов ваших, и молитесь и за обижающих вас, и за гонящих вас. Понимаете? Молитесь.
А сам Господь, Он говорит, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Слава нашему Господу. Мы этим руководились. У меня даже случай был такой, что однажды я в Запорожье там сидел в одном лагере, да, и пришли ко мне сестры с города, да, и принесли передачу. Ну, нас было человек 5 или 6 приближенных у меня, с которыми я всегда делился, беседовал, да, молились вместе. Вот. И когда я выходил из этого, ну, из проходной, из вахты, да, вот подходит ко мне один из блатных. А ну покажи, что ты несешь. Ну я остановился, показал. Да, он посмотрел, ты знаешь, что половина положена, чтобы ты нам отдавал? Да я говорю, нет, не знаю этого. Так вот будешь знать. Взял, начал отбирать половину с этой сумки. Ну, я стою, смотрю. Да, потом я все-таки не вытерпел, сказал, ну, нас же тоже, я же не один, нас 5 человек. Ну, оставь нам хоть на один раз поесть. Вот нас тоже много. Я говорю, ну, у вас много, вы то у одного возьмете немного, то у другого там. И наберем, мы же ни у кого не берем. Ну, и он половину не взял, меньше взял. И пошел. И в этот же день после вечером, вот, ну, все сходили на ужин, там шли каждый со своей бригады, и я сходил. Ну и потом, когда я со столовой возвращался, вот, проходил одну вот, линейку, дорогу, куда мне надо в свою юрту было войти. Да, они трое там стояли. Блатных на дороге, а ну иди сюда, подозвали меня. И вот старший из них разворачивается, бах, мне в одно ухо, вот, бах, другое ухо. Я повернулся, чтобы убегать, он как поддел меня носком, он что, запрыгал, может, кому-нибудь из вас доставалось такое. Да, а сам приговаривает, вот будешь знать, как дают положенное, понимаете? Ну, я пришел в свою юрту, там братья сидели в проходе между нарами, и там четверо братьев. Ну, я им это все рассказал, мы там преклонили колени, помолились Господу и все забыли. Вот. Как будто ничего и не было. И вы знаете, это было воскресенье, вот. Прошла еще одна неделя, и в среду, на следующую, это 10 дней прошло, да. Наш лагерь был близко, то есть наш объект рабочий близко был около лагеря, и как только 5 часов нас уже привели в лагерь. А другие объекты рабочие дальше были, а их позже привозили немного. Ну и я уже шел на кухню, там с котелком, да. И вот, значит, глянул, ворота открылись, запускают одно оцепление и несут человека какого-то. Думаю, что ж это такое, наверное, заболел кто-то. И когда, я постоял немного, и когда они мимо меня проходили, а больничка была в этой стороне, вот ворота были, то я спрашиваю, что это он заболел? А этот мне отвечает, что ты не видишь? Начальник конвоя застрелил. А я пригляделся, этот самый Иван, который бил меня, понимаете? Да. Ну, они же, знаете как, если что, на ком увидят хорошую шапку, там, или пальто какое-то, или обувь, они все отымали. И на работе там, значит, или шоферам, или там десятнику какому-то, понимаете, продавали. Ну, а продавали они же не за деньги, бутылку принеси и все. И они там подвыпили, они же не работали блатные, мы все работали, они сидят у костра. Да. И что с ним случилось? Он поднялся и пошел. Вот. Пошел и через флажки. Там было три, значит, забора, забор вот так был. А эта сторона, здесь уже были железная дорога, широкая, много, значит, этих
самых линий было. Вот. Ну, и он через эти линии пошел, перешагнул через флажки. А конвой смотрел с вышки. Вот. Сделал выстрел вверх. И говорит, а ну вернись. Он подумал, что это прораб. Он в кожаной шапке, в хорошем пальто, хорошо одетый, понимаете? Но он подумал, что ведь и прораб уж нельзя через флажки переходить. Вот. Не только заключенным, никому же нельзя. Да. Есть проходная, на проходной начальник конвоя сидит. Да. Ну и, значит, он выстрелил. На выстрел прибежал начальник конвоя. Говорит, что такое? А он говорит, во, вышел через флажки, смотрю уже где. Да. Прораб, мол, вышел. Он же не имеет права, он же через проходные должен идти. Начальник конвоя, он всех принимал по карте, по картотекам. И он знал каждого, кого он брал, понимаете? И он как хватнет у этого, у конвоира, автомат этот, и как пустит очередь. И 6 пуль ему вот в пояснице прошло. Да, через него. И он там упал, мертвый. Ну, там эти блатные закричали было, он как дал с автомата над головами. Ладно, все. Это зима была, снег всех положил. И нас там, и всех. Не, меня там не было. Не было в этом. Я там работал, но не в этот раз. Я на другом месте работал. Да, ну так вот, видите, как получилось. Когда мы вот за все поблагодарили Господа, когда мы помолились за них, что, Господи, Ты их прости, понимаете, то сразу через 10 дней произошло вот такой несчастный случай. И вот вечером один из них, тоже старший их, тоже подошел ко мне, пришел в юрту, сел около меня и говорит, слушай, ну ты не обижайся на нас, ты нас прости, понимаете, как будто бы они знали. Ну да, он же им всем рассказал. Ну, и говорит, мы договорились с начальником конвоя, и договорились с начальником лагеря, чтобы нам разрешили его похоронить по-нашему, понимаете. А блатные хоронят своих людей по-православному. Они не то, что в ямку кинули, вот, как скотину или нет, они тоже читают, псалтырь читают. Ну, находит человека, они ко мне пришли, давай ты нам похорони его. А я им рассказываю, вы не по адресу попали. Я говорю, мы хороним. И своих верующих, и неверующего можем похоронить. Но только если они скажут, ну, похорони нам, почитаем, послушаем. Вот. То мы идем в такие. Я говорю, вы хотите слушать? Я буду Евангелие вам читать. Да. Может, тогда и споем еще. Он говорит, нет, мы такого не хотим. Я ему говорю, вот там есть девушка один православный, у него есть, значит, вот, псалтырь. Да. Он может вам это сделать. А, ну все понятно. И тогда они от меня отстали, попросили этого дедушку, и этот дедушка им его похоронил. Вот. С конвоем это все было. Ну и он рассказывал, что когда они его уже закрывать, вот, они ему отверткой открыли это, рот, зубы, и налили туда четверку водки ему, как бы заспиртовали. Им это разрешили. Начальник лагеря мертвому разрешил это сделать. Да, ну и все, они его похоронили. Я рассказываю к тому, что там что угодно бывает. Да, разные случаи. Однажды меня пришли ночью, ну еще не совсем ночью, но зимой-то рано, темно становится, да? Но еще не было отбоя. Приходит один из блатных, а ну поднимайся. Я говорю, а что такое? Поднимайся, одевайся. Ну, я оделся, пошли. Повели меня в баню. Вот, а в бане была парикмахерская. И вот они в парикмахерской человек 15 собрались. Блатных этих, понимаете? Привели меня, садись.
сесть. Я сел. Другие говорят, расскажи нам о Боге что-нибудь. Я говорю, хорошо, я расскажу. Ну а сам-то я молюсь, думаю, ну что я им буду рассказывать? Понимаете? Чудес у меня таких нет особенно. И я им начал рассказывать из Библии, как Бог сотворил весь мир, понимаете? Вот, землю, значит, вот, животный мир, растительный мир, человека, Адама. Вот как Адам согрешил после, понимаете, вот, убийство, значит, Каином Авеля, да, и дальше, я ему рассказывал, может быть, до Давида дошел, да, часа полтора рассказывал. Да, тогда нет, ну ладно, уже ударил звонок, отбой, а то сейчас будут по этим дежурные ходили, гонять будут нас. Иди, отпустили меня. Ну и то, значит, один из этих блатных евреев был, парикмахером работал он там, и он им говорит все, то, что он говорил, все правильно, потому что я сам читал Библию. Ну, а один из них говорит, слушай, это твою сумку с коптерки там украли, разорвали, расхватали. Я говорю, мою. Ох, если б знал, ни за что бы не взял, понимаете? Это он уже кается. Да я ему взял, но я ж не знал, что это твоя. Ты меня прости. Я говорю, да ладно, мне ничего там не было жалко из вещей. Мне жалко было только, там было три блокнота у меня. Вот, я списывал, значит, все послания в эти блокноты и откровения, понимаете, и учил. Потому что так нельзя, сразу отымут. Вот. А блокнот не отнимали. Да, ну слава Богу. И это Бог давал нам. Ну, и вот я говорю, хотел бы я найти вот эти блокноты. А он один говорит, о, я знаю эти твои блокноты. Они у банщика. Он тут вечерами сидит, переписывает их у блокноты. Понимаете? Да, я, значит, пошел на следующий день к этому банщику. Был не банный день. Стучусь, а он говорит, кто там стучит и начинает там ругаться на меня, понимаете? А я ему говорю, слушай, я слышал, что у тебя мои блокноты. Вот, в сумке были, которые стащили с коптерки там, что они попали к тебе. А, так это твои, а ну-ка иди сюда. Открывает дверь, заводит меня. Вот, я лежу на столе, у него лежат мои блокноты, вот там тетрадка лежит, что он списывает. Да, ну хорошо, думаю, слава Господу. И я ему рассказал, что это мое. Он говорит, ты что, это ты писал? Я говорю, да, это я переписывал из Евангелия. А, ты переписывал, а я думал уже, что ты писал. Я говорю, да ну ты что, разве у меня хватит такой мудрости писать такие вещи? Это Иисус проповедовал, а ученики то, что видели и слышали, писали. А я переписал. А он, когда эти блокноты, значит, они все были, несколько человек в уборной, когда разорвали эти мою сумку и все покидали, они кинули мой рюкзак с блокнотами, там в кармане были. И он на слух послышал, что-то не тряпка просто упала, а что-то еще. И он, значит, поднял, достал эти блокноты. И как там же, вот, в уборной там же, когда он один из них развернул, и он сразу читает, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезным, чтоб было из чего уделить и нуждающемуся. Видите, как Господь чудно делает. Да, мы иногда сомневаемся, Евангелие открыть, почитать, говорят нам, да что вы, разве, мол, это Бог тебе скажет таким образом. Ну, Бог говорит. Даже блатному, понимаете, через блатнот, и то он ему сказал. Вот. И я, говорит, сразу заинтересовался, я, говорит, понял, что это про меня написано. И он говорит, я решил всех переписать. Да, а потом, ну, вот там, если найдется человек.
Ну и он мне их отдал, конечно. Слава Богу. Слава Богу. Да, ну вот все-таки он, может быть, там через пару месяцев, да, месяца два он был с нами. Вместе молились мы, вместе беседовали, понимаете. Там, если что, принесут эту передачу, мы делили вместе, понимаете. Ну, ничего было. А потом месяца через два он ушел от нас. Вот этот блатной из евреев, вот, который там был, он ему сказал: слушай, вот, мой отец был раввином. И он, значит, нам, детям своим, перед смертью сказал: дети, не верьте, никакого Бога нет. Я всю свою жизнь ждал, что я увижу его сверхъестественное проявление, будучи раввином еврейским. И ничего никогда не произошло подобного этому. Да. А я, значит, на это сказал ему, что если бы он сказал, что он видел что-то, то я бы не поверил. Потому что после того, как они отказались от Христа и распяли его, он сказал им: все, дом ваш остается пуст, ничего вы там больше не увидите. Понимаете, как? Да. Поэтому так он вам сказал. Вот. А в самом деле начните читать Евангелие, и вы узнаете, вот, Бога, Отца Небесного, никем невидимого здесь на земле, и Его Единородного Сына, Иисуса Христа видимого. Вот. Вы узнаете и поверите. Да, ну это я говорю к тому, что, ну, мне, например, не, я не могу сказать, что я страдал особо, понимаете? Не могу сказать. Я изучал там Евангелие, и я так радовался этим. Так мне было приятно это, что я когда вышел на свободу, я не мог ничего выучить на память. Все, заботы то одни, то другие, то третьи, ничего. А там, слава Богу, каждый вечер одну главу на память. Бывали главы 16 стихов, и 15, и 20. А бывали главы и 80 стихов, понимаешь? Все равно за вечер шло. Слава Господу! Слава Богу. Да. И потом, когда я освободился, вот, ну, тоже я не буду рассказывать, я привез сюда 20 книг своих, и могу там, вот, когда кончится служение, кому надо, значит, можно взять, купить, вот, мне. В редакции, значит, отпечатывали. Да, отпечатывали. Книги такие. Там я подробнее пишу, как уверовал, откуда я. Я еще не рассказал даже, наверное, как меня зовут. Да, фамилия. Я Николай Алексеевич Гущин из города Брянска. Вот. Да, ну, был после заключения избран на служение в церкви в Ангарске, в Сибирь, я туда заехал. Да. А потом, значит, впоследствии, когда я переехал в Брянск, и тут по Брянской, по Орловской, по Калужской области начал трудиться, то там у нас жил епископ Дубинин Пантелей Федорович. Но он жил не в Брянске, а жил в Сураже. Да. Ну, а я его работу делал. Он должен был ездить по этим областям и проповедовать, и трудиться. А ему уже 70 или там 65 лет. Там, ну, и он всю жизнь, 25 лет он отсидел. Понимаете? 19 раз он был арестованный, но за этих 19 раз в общей сложности 25 лет он был в заключении. Да. И он весь был уже слабенький. Ну, я к нему ездил, и он мне говорил всегда: трудись вот в такой-то, в таком-то городе вот есть какие-то люди, да, он давал мне адреса, ты заезжай туда, начинайте проводить служения, собрания. И я это все делал, и там организовывались церкви, понимаете, да, ну, слава Богу. Ну, я там дальше пишу, вы прочитаете, кто хочет. Но главное, я хотел прочитать из Библии, вот, из Евангелия, вот это слово, которое сегодня читали уже, братья.
Да. Помните узников, как бы и вы были, с ними были в узах. Но я взял слово «помните». Я не хотел про узы рассказывать, про узников, понимаете? Я хотел сказать на слово «помните». Вот. Значит, тут дальше есть написано, вот, и вспоминайте, вот, и трудящихся у вас, понимаете, которые вам говорили слово, вспоминайте. И на эту тему очень много есть мест Писания, что надо помнить. Но я взял самое такое нужное. Вот здесь во втором послании к Тимофею, во второй главе, в 8 стихе написано вот так. Смотрите. Ну, есть у меня вроде очки. Я до сих пор без очков все читал. Слава Богу. Я еще не старый, еще мне 80 только 2 года. А здесь написано в 8 стихе. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, вот, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, Павел говорит, понимаете? Да. За которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Да. Значит, и Павел страдал до уз, как злодей. Да, мы читаем, когда я взяли там и Павла и Силу посадили, били их палками, потом в тюрьму их посадили, а там они, молясь, воспевали Бога, узники слушали их, и потом поколебалось место это, вот где была эта тюрьма, узы у всех ослабели, двери открылись, да, и темничный страж, думая, что все разбежались, хотел умертвить себя, темно. А Павел кричит: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Дух Святой через него. Это не Павел говорил. Павел же не видел, что хочет делать этот самый человек. Да. А только, значит, Дух Святой проговорил это. И он их вывел из темницы своей, привел домой, омыл их раны. Вот. И спросил у них, что мне делать, мужи, братья, чтобы спастись. И Павел сказал: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Слава нашему Господу. Эти слова, которые проповедовал Павел, оказывается, они служат ко спасению. Ими люди спасаются. Вот. Петр, когда пришел в дом Корнилия, вот, тоже так же написано: когда явился ангел Господень Корнилию, и он ему сказал: пошли людей в Иопию и призови оттуда Симона, называемого Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Слава нашему Господу! Да, и послание Якова тоже есть написано, вот, где говорится, что ну, я не буду уже читать. Ну, только хотел еще напомнить такую мысль. Это я братьям-узникам хочу сказать. Понимаете? Узникам я хочу вот что сказать. Написано в послании Якова с 1 стиха, 2 стих, 3, 4, понимаете? Там написано: с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот, это я со 2 стиха. А 1 стих там написано, вот, 12 коленам рассеянным. Понимаете, по всей земле, видимо, это послание было написано после 70-х годов, понимаете, вот. После войны этой уже иудейской, когда разогнали Израиля, значит, и продали их, рабы продавали по всем странам, вот, куда только им привезли.
и они там страдали, понимаете? А Яков пишет: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И он там дальше: «Блажен человек, который переносит искушения, потому что он был испытан, получит венец жизни, который Господь обещал любящим его». Слава нашему Богу! Ну и закончить я хочу словами из первой книги Моисеевой. Вот такое, как бы сказать, повествование там есть, что когда переехали в Египет Иаков и все его сыновья, понимаете, то Иосиф говорит своим братьям: когда спросит вас фараон, какое ваше занятие, то вы ему скажите: да мы рабы твои, скотоводами были, понимаете? Вот. Не говорите ему, что дай нам самую лучшую землю в Египте, понимаете? Чтобы мы могли здесь лучше всех жить. Да. Ну и если бы не было с ними еще Иосифа, то фараон бы их наказал за это, понимаете? Потому что мы считаем Иосифа прообразом Христа, понимаете? Точно. Да, и Христос так говорил, что говорите о себе, что рабы мы ничего не стоящие. И Иосиф также братьям своим сказал: говорите, что мы рабы твои, скотоводами, то есть смиренно говорите, не гордо. Да, и он взял половину братьев своих и пришел к фараону. И фараон именно это спросил. Ну и нам говорит Иисус, вот, что там, где вас двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Понимаете, это значит, там, где Иисус, там все наши молитвы, все наши просьбы будут услышаны и приняты Богом Отцом. Вот как фараон не мог сказать Иосифу: нет, я не дам им ничего. Понимаете, не мог. Потому что он смотрит на братьев, на этих, и рядом с ними Иосиф стоит, брат их, который дорог ему. Ну, я даже сравнивал, а что он сделал особенного фараону? Что он его сын, что он его близкий? Ну, чужой человек, с ханаанской земли, понимаете? И то он не мог. Вот, поступить плохо с его братьями. Да. Поэтому, если мы к Богу обращаемся во имя Иисуса Христа, то Бог нас слышит и Бог нас принимает. Слава нашему Господу! Да. Потому что так написано и так оно происходит до настоящего времени. Вот, конечно, я не хочу говорить, занимать время, я хотел о вузах поговорить немножко. Вот, что есть узы тюремные, вот, а есть узы греховные, понимаете? Тюремные – это только страшные узы, а то есть греховные. Есть написано в притче Соломона, там 5 глава, 22 стих, там говорится, что беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он задержится. Это духовные такие вот, греховные узы. Это опасные узы. Это на погибель, навеки можно умереть и погибнуть. Ну, еще есть узы другие. В книге Осии пророка, в 11 главе, в 4 стихе, там есть написано: «Узами человеческими влек я их, узами любви. Я был для них как бы поднимающий ярмо и подкладывающий пищу валам». Понимаете, значит, я был для них таким, Бог говорит. Вот, я их кормил, я их одевал, обувал, я их сохранял. Они возмутились, как бы, понимаете? Вот, эти узы, вот, они для спасения созданы нашего. Вот. Мы тоже увлечены этими узами, увлечены, потому что Иеремия говорит: «Ты увлек меня, Господи, и я увлечен». Вот. И нас с вами увлечет Господь. Пусть за это нас постигали узы тюремные,
Да, это все временное, понимаете? Это все прошло. И я часто говорю, что вот в 1953 году я освободился, у меня 8 лет было. Мне давали 8 лет. Да, ну, вот с 1953 года это уже прошло 57 лет. Или 57 лет уже. Я на свободе. Слава Господу. Да. И семью Бог мне дал. Тоже 8 человек детей, 4 сыновей, 4 дочерей. Слава Господу. И даже о чем мы не мечтали и не думали, мы попали в Америку. Да. И я очень благодарен за это. Вот. Нам дают пособие. Вот, на 8-й программе, вот, помогает нам оплачивать жилье наше. Вот, ну, хорошо, это благословение. Слава Богу. Да, это ничего плохого в этом. Да, и мы в этот час, конечно, будем обращаться к Господу в нашей молитве, будем Его за все благодарить, и все, кто и в узах был, будем благодарить Господа, и кто не был, вот. Ну, хотя в России такая пословица была, кто не был, тот побудет. Но я не хотел бы этого никому, но быть может. Все может быть, да, чего мы и не предвидим, и не предусматриваем. Потому что дело идет к этому. Пусть нашему Господу за все будет вечная слава. Аминь. И мы преклоним колено. Преклоним колено, пришло Твое благословение, Твой Дух Святой, Твоя святая благодать наполнила наши сердца. Господи, мы прочитали сегодня, чтобы мы помнили Тебя, умершего за нас и воскресшего. Господи, как проповедовал апостол Павел, его даже пренебрегали за то, что он об этом говорил в Ареопаге, Господи, и говорили, что хочет сказать этот Твое слово, или мы Тебя послушаем в другой раз, Господи. Но он не переставал напоминать о том,
что Бог воскресил тебя из мертвых, Иисус дорогой. Слава тебе за все. И мы, Господи, также помним это всегда и никогда, никогда не должны забыть этого, потому что ты простил нас, ты очистил нас, ты освятил нас, Господи, и ты одержал великую твою победу над нашими сердцами, над нашими мыслями, Господи, слава тебе, потому что добро побеждает зло, Господи, какими бы ни были злые люди, но если, Господи, ты проявляешь к ним добро, они обращаются к тебе, Спасителю нашему. И не будь побежден злом, написано, но побеждай зло добром. Вечная тебе благодарность и слава. Благослови там Россию, всех и на Украине, Господи, и во всех странах, и даже там, в мусульманских странах, где особенно в настоящее время поднимаются люди против тебя, против Сына Твоего Единородного, Господи. Но Ты помоги и им увидеть доброту Твоей вечной милости, Твоей вечной любви для спасения человеческого рода. Прибудь Ты с нами и в этот час эту церковь благослови, и в этом городе благослови все церкви, Господи, и пятидесятнические, и баптистские, всех благослови, мы просим Тебя, дай, чтобы, Господи, все узнали о силе Духа Святого Твоего. Будь милостив к нам и прославься. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы вместе продолжаем небо путь. Yeah.
служение, просьба всем остаться и перейти в другой зал. И благодарение Пана нашему Господу, что мы еще питали духовного человека, но плоть тоже, что нужда. То давайте прошу, никто никуда не уезжайте, не уходите, а сейчас служение будет. Да, братья, пожалуйста, пройдите. Друзья, перед нами тоже еще одно важное служение. Иногда, знаете, не придаем мы этому значению, но это очень важное служение пожертвования. И в этом нуждается церковь, и в этом очень много пишется в Священном Писании. Я только одно место прочитаю, потом братья будут петь и будут проходить сбор. Но перед этим и помолимся. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Братья и сестры, в этом тоже есть благодарение, потому что эти все средства, они идут на нужды церкви, на нужды нуждающимся и на оплату этих даже зданий, которые проводятся служения. Друзья дорогие, но хотелось бы, чтобы мы все свое внимание направили на тому, кто дает. Без меня не можете делать ничего. И я бы вместе с вами хотел бы помолиться, чтобы Бог благословил, кто не сможет, чтобы смог, кто желает, чтобы делали это. Молимся. Любящий Господь, я благодарю тебя. Опустошай, шествуй воинственно.